Всем доброго утра, хорошего дня и уютного теплого вечера. Я Надежда, и вы на моем канале, который называется «Надежда Жилова». Сегодня я к вам с пятой заключительной частью видео моей попытки укоренить стрептокарпус. То есть моя первая попытка, так и называется этот сериал мой, мини-сериал, моя первая попытка укоренения стрептокарпуса. Первое видео вышло 20 апреля, ну, наверное, тут плохо видно, 21 года, когда я первый раз вам показывала, как я укореняю стрептокарпус, то есть фрагменты листа стрептокарпуса. И заодно потом я воткнула еще листик еще одного стрептокарпуса, и фрагмент одной фиалочки и листик второй фиалочки. Ну, фиалки я, у меня уже есть какой-никакой опыт по укоренению, но фрагментом листа я еще никогда не укореняла. И как видите, вот это фрагмент листа фиалки свекруня. И как видите, вот смотрите, мои всходы заколосились. То есть вот моя стрептокарпус листи, сколько деток образовалось. И еще один стрептокарпус, розовая пантера. Вот маленькая-маленькая детка там тоже уже показалась. То есть я считаю, что мой эксперимент удался. И я могу с гордостью сказать, что у меня все получилось. Ну, конечно, еще надо подождать, чтобы они немножко подросли, и потом уже их отсаживать от материнских листочков. Но это уже для меня не проблема, потому что я уже не раз с фиалками такое проделывала. Как-нибудь разберусь. Если вас интересует, как я буду отсаживать, ну, пишите мне в комментариях, я сниму тогда еще видео, как я буду отсаживать, потому что еще немножко дам им подрасти, потом начну уже рассаживать по отдельным горшочкам. Ну, на этом я буду заканчивать. Берегите себя, своих родных и близких. Спасибо всем. До новых встреч. Пока-пока.